Уважаемые ребята, сегодня мы продолжаем видеоурок по изучению произведения Глинки «Полька». Вторая цифра. Вторая цифра, ребята, начинается с верхнего грифа, верхней части. Сверху закрываем большим пальцем второй лад, снизу закрываем мизинцем четвертый лад, вторую точку. Держим пальцы вот так. Мы, как помним, с первой цифры все удары у нас идут вниз. Раз, два, три, четыре. Мы здесь играем четыре удара. Теперь, ребята, там, где у нас была большой палец, снизу мы ставим первый палец, а где был мизинец снизу, мы этот же мизинчик на этой же клавише только переставляем на верхнюю струну. То есть у нас получается крест-накрест. Вот смотрите, большой мизинец и переставляем. И получается у нас накрест. И тоже 4 удара. Раз, два, три, четыре. Попробуем сыграть это вместе. Раз, два, три, четыре. Пальцы переставили. Раз, два, три, четыре. То есть мы никуда не ходим, все на одной и той же клавише, только меняем места. Дальше мы спускаемся на третью точку. Закрываем большой и второй палец. Ни в коем случае не первый, а второй палец, потому что первым пальцем мы будем уходить сейчас назад. Здесь играем мы два удара. Раз, два. Переходим на первый палец. Сразу рядом. Три. Мизинцем идем. Четыре. Затем вернулись на третью точку. Раз. Поднялись. Два. И спустились на третью точку. Три. И эту же цифру, вторую цифру мы повторяем второй раз. То есть играется это два раза. Раз, два, три, четыре. Соединяем все это. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Первый палец. Четвертый. Раз. Поднялись на первую точку. Два. И спустились на точку третью. Три. Теперь попробуем все это соединить. Первую и вторую цифру. Два, три, четыре. Можно считать вслух. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Переходим на вторую цифру. Раз, два, три, четыре, перешли к крестикам. Раз, два, три, четыре, третья точка. Два, первый палец, четвертый. Раз, поднялись. Два, три, и повторяем вторую цифру. Раз, два, три, четыре, поменяли пальцы. Раз, два, три, четыре, третья точка. Раз, два, три, четыре, раз, поднялись. Два, спустились. На этом наше произведение «Полька» заканчивается. Надеюсь, что вы, ребятки, все это выучите.